некогда была приложена Иисусом Христом от земли в небеса, когда Божий Сын на Себя взвалил грехи всего человечества и на кресте под пытками умирал за наши беззакония. Потому что Бог возлюбил людей настолько, что послал Сына Своего на крестную смерть. Но даже если не тот умер, великий христианский праздник Пасха, мы вспоминаем, что Божий Сын воистину воскрес. Так вот, Бог зовет нас покаяться, зовет нас уверовать в Сына Божия, искренно, всем сердцем, всей душою, чтобы веруя в Сына Божия, мы не погибли в загробном мире, не пошли в ад, а пошли в небеса. Я говорю об Иисусе Христе, потому что Он был на Евангелии с Евангелием, и Сам жизнь отправила радости и смысла. Читайте Евангелие, молитесь Господи, Бог любит нас. Не думай, что на похоронах отпевание где-нибудь место рою. Бог не нуждается в этом апеллатуре. Это чужой бизнес на чужих слезах и боли. Нас спасает Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, о котором было предсказано, что Он умрет за грехи человечества. И было предсказано, что Он воскреснет из мертвых. Все в точности сбылось. И так оставляя времена неведения, всемогущий Создатель Вселенной, призывает человечество, все повсюду покаяться, потому что Он назначил законом неведомым, который будет судить людей посредством Иисуса Христа воскресившего из мертвых. Господи, благослови всех, кто здесь есть, благослови жителей Николаева, Украины и всех стран и городов земного шара.